Привет, мастера! Тема нашего видео – революционный дожигатель Hotmaster в печах Бульерьян и во всех прочих печах. Во многих таких печах есть инжекторы, подающие воздух в верхнюю камеру дожига дымовых газов. И вот это вот у нас нарисован как бы поток дымовых газов, уходящий в верхнюю камеру сгорания, где с этих инжекторов должен подаваться дополнительный воздух, должно происходить сгорание. Это для тех, кто ни разу не заглядывал в эту печь с дверки. Значит, все эти печи делятся на две камеры. Вот нижняя камера – это топка, в которой непосредственно горит сам огонь, неважно, много его там или мало. И верхняя камера – это камера дожига, в которой как бы дымовые газы горят повторно, догорая, то есть обогащаясь дополнительным воздухом из этого инжектора, то есть этой трубочки, которая стоит в этой камере. И получая дополнительный воздух, как бы происходит горение, в принципе. И можете вы представить, что вот огонь, когда даже если в задней половине печи горит этот огонь, по условию кажется, вот этот огонь должен гореть и в этом инжекторе. Вот, то есть вот этот инжектор, это вот синий поток воздуха смешивается с дымовыми газами, и вот это пламя горит над вот этой полкой, над разделением между огнем и дымовыми газами, и получается, что вот сама печь сверху очень-очень горячая. Но, как правило, если во второй половине печи в задней части дрова остаются гореть, то пламя срывается с этого инжектора, и в верхней камере никакого горения нет. Получается, это вот остывшая поверхность печи, вот то, что у нас выделено синим цветом. На самом деле пламя горит, но тогда только в задней части самой печи и по бокам печь сама горячая, а передние и верхние стенки у нее могут быть холодные и не выдает нужного тепла. А мы предлагаем революционное решение. Вот эту перегородку нужно прожечь в ней ряд отверстий, которые будут 10-миллиметровые отверстия. Можно их либо просверлить, либо прожечь резаком. Главное, чтобы они шли по всей длине вот этой вот перегородки, чтобы они были, вот эти сквозные отверстия, как вы видите, вот по 10 мм отверстия в этой полке должны быть. Это позволит дополнительно пламени воспламенять газы, смешавшиеся с воздухом с инжектора, и что тогда позволит печи гореть уже устойчиво. Пламя не будет срываться с инжектора, потому что оно будет постоянно воспламеняться через вот эти вот воспламенители. Это и есть наше ноу-хау, наше революционное предложение, дожигатель Hotmaster для печей длительного горения с перегородкой. То есть через эти отверстия маленькие язычки пламени будут всю эту горящую вот эту воздушно-газовую смесь воспламенять, и она будет опять же гореть, что даст печи дополнительную возможность отапливать помещение. А так на режимах, когда печь работает на остатках дров, вот это все полка, на выше полки горение не происходило. А если вы будете использовать наш революционный опыт, если вы прожгете вот эти отверстия резаком или чем там вы сможете, ваша печь приобретет совсем другие качества на остаточных уже дровах. Слушайте советы умных людей, подписывайтесь на наш канал. Многие наши разработки мы не можем вам показать в железе натуральную величину, так как материальное положение канала «Горячий мастер» не из самых лучших, так как экономическая ситуация в стране довольно-таки неважная, и поэтому мы не можем делать ничего в железе. На наш призыв оказать нам материальную поддержку мы собрали за год всего 2500 рублей, что не позволяет нам строить печи революционной конструкции за свой счет. А многие люди все-таки могут получить от них огромную пользу как для себя, так и для своего дела. Поэтому еще раз призываю наших подписчиков, всех, кто смотрит и кому интересен наш канал, оказывать хотя бы посильную помощь нашему каналу. Потому что и 200 рублей для нас является довольно значительной помощью, потому что у нас довольно много подписчиков, а многие выпивают за вечерним пивом значительно больше, чем вообще мы просим разово хотя бы от каждого из наших подписчиков. Пожалуйста, прислушайтесь к нашей просьбе.